Ежегодно 2 августа по всей стране свой профессиональный праздник отмечают представители одного из самых мужественных войск российской армии – десантники. Крылатая пехота по праву считается элитой российской армии. В свой праздник десантники посетили детский лагерь, где поздравили будущих солдат, угостили ребят мороженым, показали мастерство сборки-разборки оружия и призвали уважать и слушаться старших. Сегодня мы провели союзом десантников благотворительную акцию «Десант добрых дел». Получается, съездили в рекреационный лагерь детский. Получается, все республики съезжаются дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Строили им маленький такой праздник, поделились днем, поздравили, подарили подарки. Получается, то, что надо, спортивный инвентарь. И от десантников показали маленькое выступление свое. Плюс сегодня наши десантники поехали сдавать кровь, этот центр переливания крови, и еще должны поехать в лагерь Берегиня. Этим хочу вам сказать, ребят, набирайте здоровья, терпения, учитесь, это вам все пригодится. Все, что вам преподают в школе, это вам пригодится в вашей большой жизни. И самое главное, слушайтесь родителей и почитайте все-таки старших. Когда если старший вас где-то на улице окликнул, прислушайтесь к его словам. Потому что у нас в городе вот сейчас вот многие дети просто себя ведут из рук вон плохо. Ну а в соответствии с этим будете себя вести хорошо, будете получать подарки. Мы, ребята, не жадные. И очень мы вас уважаем. В этот день на площади Орджоникидзе состоялся праздничный концерт в честь Дня воздушно-десантных войск, организаторами которого выступила окружная администрация города Якутска, Управление молодежи и семейной политики, ДОСААФ и общественная организация ВДВ. Отрадно, что 2 августа, в День воздушно-десантных войск, празднуют выпускники, ну, как те ребята, которые отслужили в этих войсках, добрыми делами, потому что уже третий год проходят эти мероприятия, десант добрых дел, и отрадно, что они занимаются благотворительностью и воспитывают военно-патриотический дух молодого поколения. Всех десантников поздравляем, они большие молодцы, они не останавливаются на одном мероприятии, у них сегодня еще много-много мероприятий, так что всех призываем служить в воздушно-десантных войсках. Все молодое поколение города Якутска. Якутск гордится заслугами своих десантников. Наши солдаты и офицеры не раз показывали доблесть, верность долгу, готовность к самым серьезным испытаниям. Сильны в нашем городе и традиции боевого братства. Сегодняшнее поколение военных бережно хранит их и приумножает славу наших ветеранов.